Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий, я фишмонгер компании John Dory, и сегодня мы поговорим с вами о топ-10 мифах, связанных с устрицами. Начнем с того, что устрица – самый известный морской деликатес. И удивительный случай в том, что мифы и легенды более популярны и известны, чем сама правда. Настоящие селебы. Например, как часто вы слышали миф о том, что устрицы пищат? Не пищат. Это классический миф, который существует только в СНГ. Спасибо за это Антону Павловичу Чехову с его коллегами, которые популяризировали эту небылицу в своих произведениях. Креативщики. Да, слушать устрицы бесполезно. Пищать они не могут, им просто нечем. Это моллюски, у него нету голосовых связок. Устрицы не жуют, а глотают. Это брехня. Да-да, не делай такие глаза. Ты же не глотаешь целиком морковку или креветки. Устрицы надо жевать по двум причинам. Первое, чтобы ощутить вкус и послевкусие устрицы. Иначе как определить разницу между стилями? Второе, чтобы обезвредить живого моллюска. Устрицы можно есть всегда. Конечно, если они живые. Исторический сезон устриц с сентября по апрель. Или, чтобы проще запомнить, все месяца, в которых есть буква R. Но сейчас устрицы доступны круглый год, даже летом. Сок лимона помогает определить свежесть устрицы. Стоп! Это не совсем так. В общем, моллюск сокращается от любого прикосновения к мантии, будь то сок лимона или вилка. Миф номер 5. Древнегреческий. Говорят, что в устрицах обитает чудище морское. А если серьезно, то в устрицах гельминтов и червей нет. Полидора – это морской червь, который питается субстратом в донных отложениях или же на поверхности устричной раковины. Живут они в норах, которые сами и создают. После того, как устрицы извлекают из воды, полидора может пытаться убежать в поисках моря. Проще говоря, этим товарищам моллюск не интересен, и попасть он может туда в процессе открытия самой устрицы. Если вам попалась полидора в устрице, просто удалите ее, и моллюск можно есть. Устрицы нужно хранить только в аквариуме. Это заблуждение. Мы все с вами знаем, что аффинированные французские и ирландские устрицы нужно хранить только в холодильнике или на льду при температуре от 1 до 5 градусов, потому что в аквариуме они теряют свой вкус, которым прославились на весь мир. Кстати, о вкусах. Есть миф, что все устрицы одинаковые на вкус. Они либо нравятся, либо нет. Ну, в принципе, когда это слышишь, хочется пошутить, что, как и все вино, одинаковое на вкус. Аффинированные французские устрицы – это как минимум три основных стиля с полярными ощущениями. Вкус моря, ореховая сливочность, сладкая свежесть. А как максимум – уникальные нюансы региона и морской воды, где устрица жила 3-4 года. А теперь вопрос от нашей подписчицы. Нужно ли промывать водой устрицу после того, как вы ее открыли? Ни в коем случае так делать нельзя, потому что вы вымываете устричный ликер, который, по сути, еще и входит в стоимость этой устрицы. Давайте разберемся по порядку. В тот момент, когда вы открываете устрицу, в нее могут попасть осколки. Эти осколки мы легко удаляем с помощью первой воды, сливая ее. После этого устрица даст вторую воду. Она более мягкая и приятная на вкус, и уже ее мы выпиваем вместе с устрицей. Кстати, я еще раз напоминаю, что дозвониться к нам в студию вы можете по номеру 177-3003, и у нас есть первый входящий звонок. Да, Ольга, я слушаю вас. Ой, здравствуйте, очень люблю вашу передачу. Подскажите, такой вопрос. Мне говорили, что для удобства можно разрезать живую. Нет, Ольга, ни в коем случае нельзя разрезать живую устрицу, не накалывать ее. Моллюск нам нужен исключительно целым и невредимым. И последний миф.
устрицы сочетаются только с шампанским или белым вином. До того, как устрицы стали бешено популярны во Франции, где, в принципе, и появилось это сочетание, их уже вовсю ели с Гиннесом в Ирландии, со светлым пивом в Бельгии и Голландии. Еще устрицы хорошо сочетаются с виски, особенно дымным, текилой, сангритой, саке. Смело экспериментируйте, пробуйте разные вкусы и сочетания. В этом деле самое главное понять, что нравится именно вам. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со своими друзьями и ешьте устриц. Скажи, что все. Что это будет, уже больше мы ничего не будем писать.